鸭子干不干？你鸭子不买啊？白的你们辛苦，你们才辛苦。这在搞点那白的。Каждый день ровно в 5 часов вечера машины с едой для строителей тоннеля Юнь-Ушань подъезжают к входу в тоннель. На вид это самый обычный ужин, но для этих строителей, которые целыми днями трудятся в тоннеле в условиях повышенной опасности на волоске от смерти, этот ужин – это вкус безопасности, вкус жизни. Общежитие Лю Гуанхуна, инспектора по безопасности в тоннеле, находится прямо у входа в него. Так он в случае чего может сразу же прибыть на место происшествия. Каждый месяц Лю Гуанхун вместе с остальными рабочими получает 3 пары резиновых сапог. Но иногда их бывает недостаточно, потому что в тоннеле повсюду вода. Лю Гуанхун давно уже привык к промокшей обуви. Приближался конец 2008 года, а Лю Гуанхун, как всегда, инспектировал тоннель с фонарем в руках. В тот момент, когда лучи фонаря осветили стальные крепления, шаги Лю Гуанхуна внезапно замерли. Я поднялся на строительную платформу, я взял светодиод, я посмотрел на нее, я увидел, что на ней есть большой камень, как будто есть. В это время верхолазы, сварщики, водители погрузчиков, всего 11 человек, продолжали работу, ни о чем не подозревая. Лю Гуанхун тут же отдал приказ приостановить работу и отойти в сторону. За мгновение тоннель был засыпан на 60 метров. Но 11 рабочих не пострадали и благополучно покинули опасное место. Если говорить об обычном железнодорожном тоннеле, то за месяц можно проложить 200 метров. Но полости 526 и 617 в горе Юнь-Ушань постоянно прорываются. Поочередно произошло 9 серьезных случаев наплыва воды и грязевых потоков. Нахлынувшие 70 тысяч кубометров ила и песка хватило, чтобы в тоннеле образовалась насыпь 20 метров в ширину, 30 метров в высоту и 115 метров в длину. В тоннеле Юнь-Ушань, как и в других тоннелях на линии Ичхан-Ваньчжоу, используются распространенные в современном мире технологии армирования цементом. Раствор цемента вводят в горную породу, которая окружает тоннель. Так, за счет прочности цемента, скрепляют раздробленные камни и цементируют разрывы, а затем уже углубляют тоннель. В декабре 2010 года Юань Дэ Йоу из проектного отдела косой шахты тоннеля Ясаньгуань снова прибыл к месту прорыва полости 602, где он когда-то чуть не лишился жизни. Вскоре это место будет закрыто навсегда. Пятого августа 2007 года отсюда хлынула вода, ил, песок и камни.
Через полчаса 1800-метровый подземный ход был полностью забит илом. Несмотря на самозабвенные действия спасателей, из 52 рабочих 10 человек погрузились в вечный сон в холодном и мрачном тоннеле. Джанг Цзюнь, жена железнодорожника Чу Имина, приехала навестить мужа. Скоро она вернется домой в Чанду. Хотя приехавшие родственники всего лишь приготовили несколько блюд на кухне рабочего участка, но их безмолвная поддержка в самые трудные минуты строительства опасного тоннеля дарит этим обыкновенным строителям силу придерживаться своих убеждений. Редко, когда обычным пассажирам выдается случай проехать по железнодорожному тоннелю на автомобиле или даже пройти пешком. В декабре 2010 года съемочная группа в сопровождении персонала строительной площадки вошла в тоннель Ци-Яшань, который прокладывается уже около 7 лет. Для Си Цзихуна, главного инженера объекта по строительству тоннеля Ци-Яшань, день, проведенный съемочной группой внутри тоннеля, это один из самых обычных дней, проведенных им на горе Ци-Яшань за последние 7 лет. Ци-Яшань – это тоннель повышенной опасности на линии Ичан-Ваньчжоу, работу на котором начали раньше всех остальных. Каждый день в забое работают примерно 300-400 человек, бывает и по 800-900 человек. Кажется, нет ничего особенного в том, чтобы заходить и выходить из тоннеля. Но здесь, на расстоянии 200 метров от горной вершины, в тоннеле, где бушуют потоки глинистой воды, идет работа на грани жизни и смерти. В качестве главного инженера Си Цзихун как никогда раньше смог почувствовать вескую цену жизни. В процессе изыскательных работ, проектирования и вплоть до начала строительных работ инженерные работники использовали различные методы, похожие на медицинскую гастроскопию, пункцию, УЗИ, рентген и многое другое. Даже специально приобрели за границей большую буровую машину. Все это для того, чтобы выяснить геологические условия. Но для исследования огромной горы, которую должен был пересечь поезд, этого было очень мало. И
Июнь – самый жаркий рабочий месяц. Но в июне 2008 года над входом в тоннель Малутин нависла необычайная тишина. За два месяца здесь было 5 случаев наплыва воды и грязи. 7,8-километровый тоннель стал ловушкой, заставившей людей отступить. Работы продолжались уже 5-й год. Люди сильно переживали и за сроки работы, и за безопасность. Но ради того, чтобы гарантировать безопасность людей, было запрещено входить в тоннель. Это был беспрекословный приказ для сотрудников всех рангов. Линия Ишан-Ванчжоу покоилась в тишине на горе на юго-западе уже 6 лет. А за тысячи ли отсюда слышен свист пробного движения поездов на железной дороге между Пекином и Тяньцзинем, скорость которых достигает 300 км в час. В 21 веке, благодаря скачкообразному развитию железной дороги, Китай восполнил пробелы в строительстве высокогорных и высокоскоростных железных дорог. Неужели, столкнувшись с проблемой строительства железной дороги повышенной опасности, придется остановиться? В 1982 году Джан Мэй окончил Юго-Западный транспортный университет по специальности железнодорожной инженерии и с рюкзаком отправился на строительную площадку тоннеля Дайяушань железной дороги Пекин-Гуанчжоу. Начав с самого длинного в Китае 80-х годов туннеля протяженностью 14,2 километра, Джан Мэй вместе со строителями железных дорог построил много тоннелей и стал свидетелем прогресса подземного строительства Китая. Для Джан Мэя, который занимался строительством железных дорог уже 30 лет, вынужденный спуск воды стал выходом из безвыходной ситуации. Действительно, если считать полость, из которой в любой момент может хлынуть вода и грязь, бомбой замедленного действия, то предложение Джан Мэя больше похоже на детонатор.放的风险多大？放会不会把动的像原三观那样突几万方？沿线的就是沿隧道的整个的施工设施啊、结构啊，会不会造成破坏的影响？ 4000 лет назад великий Юй у берегов Хуанхэ вместо прямого перекрытия потока сделал систему оросительных каналов и усмирил наводнение. Поможет и сегодня подобный ход мыслей разрешить возникшую проблему. Это все-таки касается 5 тоннелей первой категории опасности, из-за которых вся линия в тупиковом положении. Касается безопасности жизни тысяч строителей, а также решит окончательную судьбу этой железной дороги, которая за прошедшие 100 лет пережила немало взлетов и падений. Перед лицом повышенной опасности нельзя вступать в сражение на линии Ишан-Ванчжоу без подготовки. 我们要把它打通它，这么多世界性的难题在里面，我们去面对它，这个你必须要有一种科学的精神去探索它。
Джан Минцин с коллегами решили, воспользовавшись случаем, когда в тоннеле Малуцин несколько раз были прорывы воды и грязи, войти в туннель и изучить состояние полости после прорыва воды, а после этого уже разработать план намеренного спуска воды в других тоннелях. Узнав о том, что люди хотят войти в тоннель, строительная организация выступила против. Она больше кого-либо боялась повторения трагических последствий прорыва воды и потери товарищей. Эти храбрецы, вошедшие в тоннель для проведения изыскания ради безопасности всех строителей, оставили нам только такие фотографии в профиль. После этого осмотра была приоткрыта завеса тайны вокруг полости 978 тоннеля Малуцин, где в разное время произошло 19 прорывов воды и камней. Было установлено, что полость 978 в длину составляет 400 метров, в глубину опускается на 11 метров нижнего уровня тоннеля и превышает высоту купола на 25 метров. В 9 утра 10 ноября 2008 года началась дискуссия по выработке технологического плана устранения проблемы полости в сложной горной породе при прокладке тоннелей железной дороги Ишан-Ваньчжоу. 9 академиков со всей страны, являющихся специалистами в инженерии, геологии и других областях, принялись горячо обсуждать проект командования строительства, который предполагал намеренный спуск воды. 保证生命的安全，我也不死，我说必须这么做。如果不这么做，我说我这个指挥长就要辞职了。我当时一专家说，我虽然是逼宫啊，我能不同意？我说可以，我绝对不再干了。我说这么做江通哥，我说绝对，我第一个保证不了我的安全，保证不了别人的安全。我说绝对辞职。后来王院士就说了，说我们现在是少多数服从少数，你们不同意也得同意，你们说的方案。 现场是无法实施的，无法保证安全的。如果我们不敢走出这一步，那隧道是没办法修的，隧道没办法保证安全的。 В результате дискуссии, при голосовании с небольшим преимуществом 5 против 4, был одобрен технологический проект, названный позже «Снижение давления путем спуска воды в сложном карсте тоннеля». ноября 2008 года в тоннеле Юнь-Ушань не было слышно грохота машин, не мелькали тени людей. Возбуждение и напряженность витали в пустом тоннеле. ноября 2008 года в 17:30 в тоннеле Юнь-Ушань было успешно проведено взрывное вскрытие полости 526. В 17:35 вода из полости сквозь водосбросное отверстие отвелась из тоннеля. Снижение давления путем спуска воды было успешно осуществлено. декабря 2009 года, спустя ровно 100 лет после проведения под руководством Джан Кэньёу церемонии начала строительства железной дороги Чэнду-Ханькоу, были успешно открыты все тоннели высокой опасности на всем протяжении линии Ичан-Ваньчжоу. 一万铁路呢，是我们铁路四纵四横客运大通道的一个重要组成部分。这条通道呢，对于整个沿江的 乃至整个西南地区与中部地区、华东地区的连接非常重要、非常关键，因为西部、中部、东部要靠这一条通道把它连接起来，对于经济社会的发展有重要的意义。
就相当于收严地区的铁路建设提高到一个新的档次，那么也等于这方面的建设呢达到一个国际的一个新的水平，应该说我们站在这个世界的高峰上。原来手机里面有一部分视频，就是我们平时打扑克牌。对，陕西渭南的。В компьютере Джанг Юйгуя хранится фотография, которую он редко открывает. Этот парень по имени Лю Нинин в 2006 году вместе с Джанг Юйгуем окончил университет и прибыл в Малутин. Ему было всего 22 года. Проработав 4 месяца, в результате прорыва воды он навсегда расстался со своей родиной Вэйнянь, провинции Шэньси, с трудящимися на полях родителями и только-только начавшейся молодостью. 夕阳河边走，举目望苍穹，渺渺炊烟飘来了思乡愁，多少回朝夕晨暮思念着你哟，轻轻河水湿我流淌的泪，窗外明月光影照我。Ради того, чтобы приблизить как можно больше встреч, они готовы уходить все дальше и дальше от своего родного дома. Это армия из нескольких десятков тысяч строителей со всех уголков страны. Возможно, это отцы, матери, жены, мужья, но с момента, когда они надели спецодежду и каски, стали работать здесь, в горах на западе провинции Хубэй, они всегда верны своей профессии и преданы работе. Они сделали свой выбор, чтобы как можно больше людей стали счастливыми. 能把生命献上，我们活着不能苟且偷生。如果让我再选择的话，我想我还会干，我就希望我是个男孩就好，下辈子投胎当个男孩，还选这一行就行。你既然从事这个职业了，干了这个事儿啊，你还必须把它干到底啊！你看这个啊，你就不能中间打退堂鼓，你怎么也把它自始至终的完成？你不干，别人也要干。就当你碌碌无为不追求的时候，你那一辈子没有价值。我是一万线金条测量员赵亮勇。我是一万铁路安全员刘光红。我是一万线七月山隧道项目总工程师齐继恒。我是一万线龙门雕司机唐娜。我是一万铁路桥梁起重工张文军。我是一万线测量技师陈云生。我是一万线林志华技术员黄大金。我是一万线架子工熊洪川。我是一万线马路清隧道项目司机周建国。我是一万铁路总体设计负责人胡子平。Железная дорога Ичан-Ванчжоу начинается на востоке в Ичане и заканчивается на западе в районе Ванчжоу города Чунцин. В длину насчитывает 377 километров. С начала строительства 1 декабря 2003 года до открытия движения 22 декабря 2010 года прошло 7 лет.